В эфире «Вести Чукотка». В студии работает Анастасия Матросова. Здравствуйте. В ближайшее время о главных событиях в округе. Генеральный директор Почты России Максим Акимов и губернатор Чукотки Роман Копин договорились о развитии беспилотной аэродоставки и почтовой инфраструктуры в регионе. Соответствующее соглашение стороны подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций по проектам составит более 340 миллионов рублей. Соглашение предусматривает работу по трем направлениям – развитие беспилотной авиации в регионе, строительство современного авиационного отделения в угольных копях, модернизацию почтового отделений за счет привлечения инвестиций почты и мер государственной поддержки. Почта России планирует запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в 4 регионах – Камчатском крае, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. Тестирование беспилотников и запуск проекта будут проходить в нашем регионе. В арктических условиях Чукотки беспилотники могут показать хорошую эффективность, потому что рейсовая авиация не всегда может взять на борт почту, а наземным транспортом до большинства населенных пунктов не добраться, прокомментировал Роман Копин. Мы планируем, что проект увеличит среднюю скорость логистики, объемы грузопотока, при этом снизит стоимость логистических сервисов, что в целом положительно изменит социальную инфраструктуру региона, сделает доступными необходимые продукты и услуги для наших клиентов, отметил Максим Акимов.